А, вон он ты бежишь. Минус один. Так, 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 вижу. Иди отсюда, иди отсюда, здесь никого нет. Тут парочку игроков, сейчас мы тут быстренько... Опа! Да нет, какого? Опа! Он там идет, короче, я его видел, дружище. О, я в кусте, меня нет, меня тут нету, я... Да он здесь рядом, не двигайся. Я цветочек Люся, меня тут нет. На тебя когда в упор смотришь, у тебя такая морда ржачная. Ну все, котяра, я чую. Чую запах вискоса. Ты меня не найдешь. Беги, котяра. Я что-то я тебя не вижу, чтобы бежать. Котяра, на. Подожди, а я к тебе уже подбежал. И тебя уже рублю. Нет, я тебя не вижу. Это... Это баги были, прикинь. Всем отличного настроения, друзья. С вами котенок Лайк и мой друг Котик Игроман. И сегодня мы играем в Балди, и я уже случайно зарезал Котика Игромана. Прости, братан. Не совсем случайно, мне почему-то так кажется. Ай-яй-яй. Ты сам прыгнул на мой нос. Да, какие еще... Какие предъявы, ты сам прыгнул на нос. Так, где еще вся шпана? А, вот, мне показывается, где все, и я почему-то развалился. Ну, короче, успел резануть только тебя. Вот так вот, вот так вот. Только я тебе поддаюсь, остальные решили поиграть с тобой. Так, смотри, тут можно стать Балди, по-моему, если ты добежишь до Балди, прикинь. Ну-ка, сейчас давай попробуем. Так, так. Я добежал, тут есть какой-то паркурчик. Если паркурчик проходишь, то ты вроде бы с некоторым шансом становишься Балди. Вот. Фиг знает, я, короче, не допрыгивал до туда, я просто стал Балди и все. Ну-ка, ну-ка. А-а-а! Я видел, как твоя голова развалилась. Так, ну-ка, я мастер паркура, меня в паркуре никто не выиграет, поэтому я спокойненько сейчас быстренько раз три туда пройдусь и стану Балди, Балди, Балди. Так, ну-ка, давай. Выбор карты, и кто же станет Балди? Надеюсь, я. Нет, не я. Не. Так. Сугарасия какая-то. Да, тут, короче, смотри, надпись. Спрячьтесь от Балди в течение 26 секунд. Ну, погнали. Так, я попробую запрыгнуть на самый верх дерева. Ты куда? Ты где? Пошли. А я, наверное, на тебя попробую тогда. Пошли. Все по деревьям полезли. Пошли в центр, а то там все на деревьях, и мне кажется, что наш Балди побежит как раз-таки на деревья. Подожди, а я тебя потерял, ты где? Я в доме, я прям внутри. Еще и такие звуки, прям, ё-моё. Офигеть. Да. Так, ну-ка, давай сюда, быстрее. Я... Так, подожди, вы... а я где-то... А, ты на втором этаже? Да, тут написано, что мы всё. Люди, и, в общем-то говоря, за нами охотятся... Почему-то Грэнни написано, почему написано, что за нами Грэнни охотится? Так. Ну, видимо, они друзья и помогают друг другу, я не знаю, но тут все равно стрёмно. Так. Его я... же не видно, пока он не подает в упор, наверное. Не-не-не-не, его видно, я видел тебя, когда ты стоял вначале. Ты зачем спрыгнул тебя? Он идет. Что ты сделал? Какого лешего? Зачем ты спрыгнул и меня за собой потянул? Ты схватился за мой хвост, и я упал вместе с тобой. Ну ё-моё. Слушай, ну я не ожидал на самом деле, что он там появится так резко. Так. Получается, карта небольшая, да, совсем? Да, тут еще смотри, есть какие-то банана пил, есть грин кнайф. Нифига себе, что тут все так дорого? Офигеть, такие цены. Есть еще сам Балди. Балди. Нифига себе. Ну чё, НДС повысили. 20% все подорожало у нас. Так, ну-ка. Даже сейчас... в Роблоксе. Сейчас я попробую еще запаркурить. Хотя на самом деле что-то как-то мне не помогло. Я вроде целых три раза паркур этот прошел, но Балди я так и не стал. Смотри, тут можно даже скин, по-моему, Балди сделать. Да, можно сделать скин Балди. А, нет, это не скин Балди, это футболка Балди за 800-900. Ой, за 900 робоксов, офигеть! Ничего себе. Я развалился. Что, купил, что ли? Нет. Я подошел, нажал на кнопочку «Не хочу покупать», и Балди такой хлобысь просто своей этой, не знаю, линейкой мне по башке, и я развалился, представляешь? Вот он обиделся на тебя. Ну, не покупаешь его футболки, все, он начинает сразу обижаться и своей линейкой всех бить. А тут есть какой-то еще странный шарик. Ну-ка, сейчас я к шарику подошел и не понял, чего тут происходит. Так. Он в натуре меня тоже ударил. Да я не хочу покупать, мне уже 5 раз предложил ее. Барыга Балди. Я сейчас в другой туннелик зашел, тут есть красный шарик, как из фильма «Оно», знаешь, вот прям такой вот. Да, тут сейчас... смотри, сверху желтый квадрат. Ну, сейчас подойдешь, я тебя сожру. О, смотри, один игрок выжил в этой карте. Нифига себе, Адидас выжил. Ну, Адидас. Круто. У него, видимо, фирменные тапочки, поэтому он как-то топил.
От Балди. А, Балди снова стал я, смотри. Да ладно, почему не написано? А, вижу, это, оказывается, по чатику можно смотреть. Да, короче, котяра, беги. Да ты меня не найдешь, я сейчас спрячусь так, что... Я сейчас спрячусь так, что ты и не заметишь. Так, ну-ка, куда-нибудь вот сюда, нет, здесь не канает. Куда бы тебя спрятать? Тут за мной бегут толпы людей просто с фонарями, и мне это вот прям вообще не нравится. А вы уже прячетесь, да, насколько я понимаю? Да, мы уже тут все заныкались, в общем-то. Так, я сюда иду, сюда. Почему тут идет эта подсветка? О, подсветка, уберись, пожалуйста. Все, братва, я вас вижу. Ха-ха, вы что, все в дом попрятались? Я же к вам иду. Ну как все? Та-та-та-та, первая девочка. Прощайте, ребята, я знал вас. Наверное. Недолго. Че, убежал, что ли, Аня? Слушай, тут походу даже... А, не, надо ударить. О-о-о-о! Нифига себе! Вот это мясо, вот это за мясо! Да, конечно, конечно. Кстати, меня тоже могут резануть, что ли? Самую гущу. Не, у нас нету ножей, у нас есть только фонарь. Если только фонарь, то ладно, только так, может быть, как-то. Так, ты чё здесь встал? Иди сюда, желтый чувак! Ну всё, котяра, я чую. Чую запах вискоса. Ты меня не найдёшь! Ты где-то спрятался, хитрый кот. Ты меня не сможешь найти. Слушай, ну я уже всех, походу, завалил, кроме тебя. Да? Но они все в одном здании, блин, чего их там валить-то? А вот я спрятался в таком местечке. Довольно-таки легком. Но при этом, если его не знать, опачки. А нифига себе, во сколько там еще мне показалось по карте, короче. А-а-а, это парево! Это мне показалось, а я выползти не могу. Тут, по-моему, приседать нельзя. Оно бывает такое, короче... вроде когда ты играешь за Балди, точнее, раньше здесь была Гренни, и вроде когда ты играл за Гренни, иногда игроки подсвечивались, вот. Это как подсказка была. Котяра, беги, котяра! Я что-то я тебя не вижу, чтобы бежать. Котяра, на! Подожди, а я к тебе уже подбежал. И тебя уже рублю. Нет, я тебя не вижу. Это баги были, прикинь! Что? Я видел, это глюк. Ты потом посмотришь, это жесть. Я стою... Я раз 20, наверное, ножом тебя. Я стою, смотрю, никого нету, ни тебя, ничего. Потом под конец раз ты так, знаешь, как флеш такой... Подкатил ко мне и прирезал меня. Ты Балди, слышишь? Я? Котяра. Да, котяра. О, все. Как говорится, то биг-гиг. Ща я вас всех найду. У вас там карта большая? А я не знаю, куда здесь прятаться. Здесь на самом деле мало мест. Сейчас кому-то наступит пипец. У меня есть огромный острый нож. И огромные руки, которыми я буду брать этот огромный острый нож. И я сдал Балди! Интересно, а почему? Все подсвечиваются. Я всех вижу. Опа! А, вон он ты бежишь. Минус один. Так, вижу. Иди отсюда, иди отсюда, здесь никого нет. Тут парочку игроков, сейчас мы тут быстренько... Да нет, какого? Опа! Нет. А как мне отсюда выползти, реально? А, во, все, отлично, выполз. Чё ты меня не зарезал-то? В смысле, я тебя там не видел? Да, ну иди тогда отсюда. Странно, баги какие-то, походу. А, слушай, у меня игра повисла, выбросила сервера, прикинь. Так, ну вот мы и оказались, смотри, у нас тут какая-то карта прикольная, тут такие кусты, на которых, между прочим, можно прыгать, офигеть. Какие-то горы, о, там могила, кстати. Интересно, а что это за такие вот кустарники, на которых можно находиться? Это ж какая у них там гуща? Офигеть, смотри, там какой-то игрок вообще вон запрыгнул на какие-то... Либо деревья, что это такое? А, тут еще тут могилка есть, и в общем какие-то странные кустики вот такие вот прикольные. Так, ну-ка, сюда запрыгнул. А, в них прятаться, оказывается, можно, нифига себе. Нифига себе, слушай, нас так никто не найдет. Так, все, я спрячусь. Подожди. Здесь вот в этом вон кустарнике. Он там идет, короче, я его видел, дружище. Угу. О, я в кусте, меня нет, меня тут нету, я... Да он здесь рядом, не двигайся. Я цветочек Люся, меня тут нет. Слышишь, Люся, по-моему, Балди, пофигу, кто ты. Не, я цветочек Люся, и Люсю трогать нельзя, так.
Вроде он меня не трогает. Он подошел. У меня есть способность, ну знаешь, у некоторых цветочков есть способность. Вот. И я, короче, беру и отгоняю всяких балди. Такая у меня способность. На тебя, когда в упор смотришь, у тебя такая морда ржачная, огромные очки. Нос такой. Так, ладно, куда-то он смотал. А, вот он! Я его вижу. Опа, а, он меня тоже видит. Кому-то сейчас наступит, теперь кого-то пустят на шашлык. А, я видел его, он побежал за тобой. Балди, здесь котяра еще один. Я сейчас к тебе прибегу, чтобы он тебя тоже схватил. Не надо, я Люся цветок. Никого тут нет. Короче, он убежал. Я скрылся от него. Да ладно. Вот это жесткие прятки, да. Он к тебе, кстати, пошел, где-то там шляется. Нет, не надо. Забери его. Так, я залез на елку. А у него же показывается периодически. Ты смотри аккуратно. А, точно, пипец. Вот это прям вообще не знаю, нечестно. Я в елке застрял, короче. Тут еще и гром и молнии. Полная шляпа. Как мне выйти из елки? Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Да ладно, в елке, думаю, 17 секунд еще продержишься. Вон 17 секунд, 16, 15. Надо выжить. Так, чтобы балдос нас не поймал. Я. О, нет, сгинь! Сгинь, нечистая сила! Че, он тебя поймал, нет? Нет, он появился прямо около меня! Нет, не трогай! Есть, я убежал! Ну чё, круто, выжили. Я ж просто офигел, когда он у меня перед лицом появился, у меня аж этот... Меня аж шатнуло немножечко. Ну ладно, друзья, надеюсь, вам понравился этот видосик. Подписывайтесь на мой канал, на канал Котика Игромана, у него тоже классные видео. Всем до скорых встреч, пока-пока. Не забывайте ставить лайк, удачи!